Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры и гости канала, и все, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, это наш игродень, и мы продолжаем играть в GTA Samp на наших мобильных девайсах. Я сейчас еду, ребят, в мэрию, как видите, уже подъезжаю, и сегодня хочу посмотреть другие работы, которые нам тут предлагают. Хочу посмотреть что-нибудь другое интересное, помимо такси, если помните, в прошлый раз я таксистом работал, ну а сейчас что-нибудь другое мы с вами посмотрим. Итак, ну что, идем мы к разделу с нашей работенкой, посмотрим, что у нас там имеется. Я вообще хочу посмотреть всю разную работу, как видите, тут ее реально много, есть водитель автобуса, электрик, развозчик продуктов, но я сегодня хочу быть электриком. Так, давайте сначала уволимся по-быстрому. Все, отлично, уволились мы с такси. И теперь быстренько сейчас устроимся электриком. Ребят, сегодня постараемся починить что-нибудь здесь. Так, ну для начала нам нужно выяснить команду. Давайте нажмем MM. Так, нам нужно команды сервера. Окей, и далее, работа. Так, ну тут очень просто, прописываем элек, и нам найдется, собственно, заказик. Да, так и есть, все, замечательно, ребят, побежали поскорее, возьмем какой-нибудь заказ прикольный, посмотрим, что у нас там имеется. А я вообще, ребят, еще с вами пообщаюсь в чатике, если что, я сейчас в чатике, скорее всего, смотрю. Ну или в комментариях, по крайней мере, читаю комментарии к этому видосу. Так что, чуваки, пишите, буду рад с вами пообщаться. Так что вообще предлагайте идейки для следующих видосов. Так, благо хорошо, что здесь есть скутеры. Тачку я с собой не взял, на своих двоих пришел, ну вернее на скутере приехал. Так, ну все, завели и погнали, чуваки. И путь, я так понимаю, у нас не особо далеко вроде как, ну и не близко, да? Хотя фиг его знает, сейчас поедем, посмотрим. Ну что, ребят, сегодня мы посмотрим, как вообще легко или нет здесь работать электриком, потому что устроился-то я, в принципе, как видите, достаточно просто. В мэрии полно разной работы, вот. Ну, мы посмотрим, как быстро вообще будет у нас чиниться это дело, вообще, что мы будем чинить. Но, судя по всему, там должен быть какой-то щиток, я думаю, потому что, ну, а что еще может чинить электрик здесь? Мне кажется, здесь альтернатив больше никаких. Вот, сегодня сделаем пару заказов, посмотрим, сколько мы на этом сможем с вами поднять, заработать. Вот, и потом будем думать, что дальше делать. Вообще, я хочу и автобусы в следующий раз поводить. Ну и может и к такси тоже мы вернемся. Ну а пока просто едем. Кстати, ребят, еще раз говорю, напишите, пожалуйста, в комментарии какие-нибудь классные идейки для следующих видосов. Может, по работе какие-то у вас идеи есть, может, еще что-нибудь. Может, вообще движуху устроим и все на сервер зайдем и как-нибудь вместе пообщаемся, что-нибудь сделаем. Я, кстати, тем временем уже пока болтал. Так, давайте-ка посмотрим. Где-то здесь, по идее, должно быть. Я уже подъехал, так. А, ну вот, я думаю, вот сюда нужно сейчас нам завернуть. И, скорее всего, здесь, в заднем дворе вот этого заведение, да, находится тот самый щиток. Ну все, давайте подойдем, попробуем сейчас его починить. Надеюсь, что это просто делается. Так, не влезай, убьет. А, ну и вот так, за секундочку буквально, очень простая, видимо, эта поломка была. 210 баксов заработали, классно. Сразу же прописываем новую работу, погнали дальше. Достаточно быстро, кстати, 200 баксов мы подняли с вами. Ну вот, ребят, можете для себя это тоже учесть, что электрик это достаточно выгодно, потому что быстро получается, особенно если вы, допустим, вообще на своей машине будете, которая более, так скажем, быстрая, то вы можете до локации доезжать за 5 сек буквально и вот так вот быстренько чинить. Итак, ну что, мы нашли новый заказик, давайте его тоже сейчас попробуем выполнить. Но вообще могу сказать, что работа легкая. Так, это где-то рядом, да, должно быть. Хотя, стоп. Ребят, это, походу, сверху. Мне надо, походу, сейчас развернуться будет, да? Да, давайте развернемся, потому что мне надо вот на эти мосты как раз-таки заехать. Где-то там, видимо, находится частный дом. Мы, видимо, сейчас к частному дому с вами поедем и кому-то будем электричество налаживать. Так, ладно, сейчас надо объехать. Надо, наверное, вообще посмотреть, да, как туда поехать, потому что я думаю, конечно, тут надо свернуть. Оп, аккуратней. Давайте подниматься. Ой, что тут происходит? Майкл, ты что? Братан, на спорткаре просто приземлился из ниоткуда, из небес каких-то, чувак. Ладно, давайте смотрим. Да нет, все нормально, мы едем, получается, правильно. Все окей, мы сейчас должны подъехать. Какие-то ребята, вот смотрите-ка справа, что там у них происходит. Какой-то движ, вообще, я заметил, тут очень много прикольных тачек у чуваков. Я хочу себе тоже такую купить, что-нибудь такое прикольное. Так что, может быть, в следующие летсплейчики, ну, может, через один или через несколько, когда подзаработаем, мы что-нибудь себе возьмем клевое по тачкам. Хотя, как видите, денег у меня, в принципе, много, так что мы можем себе позволить какой-нибудь классный тоже спорткар. Ну и дом я хотел, на самом деле, себе тоже какой-нибудь клевый. Мне, кстати, нравится это место, тут явно такие богатенькие дома.
Так что посмотрим. Кстати, вот этот дом, по-моему, который снизу, как раз-таки наш клиент. Я там, по-моему, увидел вообще вертолет, чуваки. Ну-ка, давай. Вау! Офигеть! Офигеть! Тут мажорик какой-то живет, пацаны. Тут смотрите, тут вертолет, сколько спорткаров. Я как раз об этом говорил. Нифига себе! Нифига себе! Мы, походу, сейчас какому-то чуваку-то влиятельному будем делать, получается, налаживать электричество. Давайте машины посмотрим, потом будем работать, потому, блин, я вот такую себе хочу. Я вот такую хочу себе тачку здесь купить. Блин, я буду искать, наверное, такую тачку. Попробую что-нибудь найти. Офигеть. Очень крутой у него автопарк, на самом деле. Очень много машин, да еще и вертолет. Вот смотрите, на крыше гаража находится. Блин, интересно, сколько это все стоит. Ну, классно. Ладно, давайте по-быстрому починим. Что это было? Почему он пнул ногой? Ладно, ладно. Надеюсь, что меня хозяин дома не уничтожит после этого. У него, кстати, смотри, что и мотоциклы. Хозяин дома Давид Генди. Чувак, если что, сорян, я не знаю, почему я пнул твою дверь, вернее, твой щиток. Ну ладно, у нас такой способ починки. Ай, вот коры. Ну ладно, ребят, вот такую вот, одну из этих тачек я бы купил, на самом деле, было бы круто. Ну, вот такая вот работа электриком, в принципе, все достаточно просто. И что я могу еще добавить? Ребят, тоже ищите работу, подсказывайте в комментариях, что снять в следующий раз, и обязательно мы эту тему сделаем. Ну а сегодня заканчиваем, получается, летсплей, увидимся уже в новых видосах. До скорых встреч и пока.